Всем привет, доброе утро или добрый день. Совсем забыла, что я сегодня снимаю влог. Уже столько всего переделала. Время у нас 10 часов утра. Цветочки полила. Буду, наверное, начинать готовить обед. Что хотела сказать насчет хомяка, почитала ее комментарии. Кто-то говорит, что это не опухоль. О, Филька, чуть не поцарапал меня. Вот что делает. Тоже ему надо сюда. В комментариях писали, что может быть опухоль. Кто-то говорит, что нет. В субботу мы поедем к ветеринару. Что делает? Мы решили, что в субботу... Да. Ты тоже хочешь влог поснимать? Дубль 4. В субботу мы поедем к ветеринару, потому что папа наш работает. Работает он до 5 часов. Ветеринарная уже закрывается в это время, поэтому мы не успеваем. Ну, Филька! Так что поедем в субботу. Вчера я посмотрела, шишечка у него увеличилась почти в 2 раза. И что нам дальше скажут, я уже в интернете прочитала несколько статей по этому поводу. Не знаю, что это такое, сказать нам может только ветеринар, поэтому... Вот, подождем субботы. Вы уже знаете, у Маргариты сегодня бал, она приедет в обед, покушает, потом уедет опять в школу. И там я уже точно не знаю, до скольки она будет. Либо до 3, либо до 5. Если она будет до 5, у нее буквально где-то будет час собраться. Чуть больше часа. И нужно будет уже ее отвозить. Косички я ей вчера заплела. Сегодня она их утром расплела. В общем, сейчас придет, посмотрим, что у нее. Я так и не обратила внимания. Придет со школы, посмотрим. Погодка у нас замечательная. Солнышко, тепло. Бонни лежит, загорает на солнышке. Эй, мадам, вы там не поджарились случайно? Все, она уже. Ей же жарко. Давай, заходи. Ой, какая ты горячая, кипяток прям. Бонька, Бонька. Иди водичку пей. Давай. Бонь, нет. Ну хорошо, иди. Где хочешь, хоть там, хоть там. Пей, где хочешь. Зажарилась. Кстати, у нее в мае течка должна уже быть. И пока решили не сводить ее ни с кем. Не будем никого искать. Пока что. Нам пока не до щенков, да? Не до щенков нам. Сегодня пришла со школы. Макс тоже. Тут мяч. Ну, что вы потеряете? И сделала она вот такую вот игру. Если я не ошибаюсь, называется... Мы это уже позавчера закончили, но мы только могли сегодня. А вот все, теперь опять. Работает. Ой, видишь, не работает. А, не там всегда, вот да. Это вот... А это натягивается, потом да. Вот так вот. Ай, как круто. Все, я буду играть. Как ты это сделала? Это вот тут очки можно. Сама выпиливала, что ли? Угу. Ну, не все. А где-то вам понимаю. Давали, да, какие-то готовые да. Уже? Да. Угу. Круто. Я хочу поиграть. Тебе 6 поставили? Угу. У меня самая лучшая нота 6. Угу. Круто. А, да, плохо. Я должна была вот это вот сюда приклеить, потому что всегда вот сюда вниз падала. О, опять обратно. Ты видела, какую игру сделала? Да. Так, вот что у Маргариты получилось. Ну-ка, смотри сюда. Мне кажется, немножко здесь объема не хватает. Чуть-чуть нужно подкрутить плойкой. Так, все, платье уже готово. Сумочка готова. Единственное, с Маргаритой мы не обратили внимания, что вот эти блестки, они очень сильно цепляются за платье. И тут вот 2 затяжки получились. Вот 1 и 2. Мне пришлось взять пилочку для ногтей и немножко вот так вот пошлифовать ее. И более-менее сейчас уже нормально, не так цепляется. Ну, в общем, затяжек не будет, надеюсь. С одной стороны я только подшлифовала, вот здесь вот нет. Вроде вот так вот, ну, не особо цепляется. Маргоша решила, что она поедет в кроссовках. А потом, да? Когда, да, когда они будут танцевать, она переобуется. Потому что танцевать она не сможет без каблуков, у нее платье длинное. А так она поедет в кроссовках. Просто потом переобуется. Пришла я тут накраситься, причесаться. И Филька тут как тут. Ему обязательно нужно быть там, где кто-то что-то делает. Немножко накрасилась, помыла голову, кстати. И сижу, смотрю на вот эту
кудрявую мою прядку. Лучше бы все волосы были такие. Вот у меня форма лица квадратная. Вот сижу и думаю, что почему у меня все волосы не такие кудрявые, такие вот. Потому что с моей формой лица мне больше подходят вот такие вот волнистые волосы кудрявые. Лицо у меня квадратной формы. И чтобы сгладить вот эти углы, больше подходит прическа с кудрявыми волосами, но не с прямыми, потому что прямые, они еще больше будут делать мое лицо квадратным. Все были такие, вообще было бы замечательно, я бы не накручивалась, так бы ходила бы с кудрявыми. Вот и думаю, накрутить что ли их. На Маргариту посмотрела, мне тоже захотелось. Может, косички заплету, и все так проще, времени меньше уходит. В общем, я себе тоже решила заплести косички. Посмотрим, что получится. Не очень удобно. Главное просто заплести и все. По-моему, даже с этой стороны у меня больше волос, чем на этой косичке. Как получится, так получится. Можно даже немножко феном подсушить, чтобы они быстрее высохли, а то они у меня мокрые, влажные. Все, не знаю, как там с обратной стороны. Вот так. Я тут решила поиграть Ксюшину игру. Посмотрите, что кот наделал, а? Он скинул кастрюлю. Ну-ка иди сюда! Как тарелка сверху и лежала. И все-все на полу. Блин, у меня слов нет. Все! Ты! Куда? Посади его в домик. Наказан. Ой, все! Вообще капец, а. Мама! Каролина, не заходи сюда. Я как я теперь это буду все убирать? Даже не пропылесосишь, потому что суп здесь разлился. Еле как отмыла, потихонечку нужно было это делать, потому что были очень-очень мелкие осколки, чтобы не поцарапать пол. То, что мокрое было, собрала салфетками. И все остальное долго. Пылесосом. В общем, стояла вот эта кастрюля с супом вот здесь. Там был суп. Бабушка не поела, я ей оставила тарелочку супа. И была накрыта тарелкой. Он учуял, наверное. Там еще курочка лежала внутри. Ну, наверное, толкал, как-то хотел открыть и столкнул. Не получилось у него открыть, зато он вылил весь суп на пол. Ни себе, ни людям, так сказать. Не знаю. Закрыла я его в туалете. Пусть посидит. Наказан. О, сидит. Вот и сиди там. Хулиган. Нет, мама. Что? Ты, главное, в шортах, но в куртке. Там же жарко. Куртка зачем? Почему я... Не почему, а потому что. А потому что... Почему это, когда ты спрашиваешь? Потому что это, когда ты отвечаешь. Да, снимать. У нас сегодня день сумасшедший. Поломали вот этот домик. Вот эта вот верхушка с этим домиком упала. Папа теперь сидит, прикручивает на болты. И Каролина разбила телефон. Что еще будет? Как она разбилась? Она шла просто. Да, она вот так шла с телефоном, шла, и он вот так прям упал, прям вот с этой стороны. Она здесь разбила дома. Она не на улице разбила. Она вот здесь вот шла в коридоре, просто шла, и он у нее упал. Ой, вот. Лоечкой сейчас сделаем ее и объем немножко вот тут в корнях. Вот они накрутились. Я себе тоже косички уже забыла, чтобы полнистые были волосы. Такс, ну-ка, ся. Нормально? Вот так вот, чтобы объем был. Вот здесь вот. Или хочешь, можем сделать, например, вот так. Ну-ка, чуть назад закинь. Оставь вот тут вот прядки какие-то, оставляешь вот эти.
вот так вот. Угу. Угу. Зацепим? Да, так лучше, а то у тебя будут волосы мешать постоянно. Давай попробуем зацепить этой заколкой, которая... Да. А ты можешь, пожалуйста, уши закрыть волосами? Вот так? Не. Почему так? А, еще вытащить? Ну, вытащи, тогда еще вытащи. Так. Так. Может быть. И браслет. На какую руку тебе? Сюда. Но он не упадет же? Нет. Нет. Ой. Да. А, он плохой тут. Застежка плохая. Давай что-нибудь другое. Ага, нет, ты просто кисточку. Да, я просто ее мочу. Берем темно-коричневый, мочим кончик. И вот так вот. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more. Я тоже пойду с Маргаритой. Я расплела косички. То они у меня немножечко еще не подсохли до конца. Все, готово? Туфли где? Давай бери. Уже скоро выходить. Где моя сумка? Через 10 минут выходить. 10. Да. Нам же еще спуститься, нужно сесть в машину. Бабушке скажи пока. Мама. Все, она пошла. Ой, какая красавица ты. Прелесть. До 11 вроде у них, да? Ну ты, в общем, позвони. Если хочешь уйти пораньше, да, если уйти хочешь пораньше, позвони, мы приедем. А так до 11 там. В этих, я думала, в Най, в этих, в других Найках. Крейзи. Придется поднимать тебе очень хорошо. Самое главное, впереди поднимай. Учу. Да, вот так вот. Баба поймался, ты не назвал. И вот так будешь идти. А все ушли. Миру, пойдем. Лина же на принцессе. У него пиндель, типа, мам-мам-мам. А тебе пойдем. Я его не умеет. Все, поехали, заберем сейчас двух девочек и поедем в школу. Маргош, туфельки надо не забудь тебе отдать, а то я увезу их. Сюнчик! Тебя ждет это через 2 года. Бал проходит каждые 2 года. Значит, нет, когда... Да. Три. Нет. Я сказала 3. Нет, каждые 2. 3. 3? Не, мама, у каждого только 1 раз бал. Да? Ну, у тебя будет. Так, мы пришли в магазин. Куда полезла? Пиня. Пиня, ананас. Только он зеленый, должен немножко постоять. Я хочу арбуз. Арбуз? Нет, я не думаю, что он вкусный. Пока еще лучше не надо. Кто сказал, что он невкусный? Маленькие они невкусные. Папа один раз купил, он был вообще... Это бейби. Пойдемте дальше. У нас уже, видите, какая тележечка почти полная. Эти возьми пакеты. Там впереди, пожалуйста. Клубничка. Хочу клубничку. Дайте мне одну, только одну хочу. Грязная. Загрузились. Взяли по мороженому и домой. Так, ну что, мы уже дома. Разбираю сумки. Все по местам. Кстати, написала мне Маргарита, у них все хорошо. Они там развлекаются, веселятся. И сказала она, что раньше 11 никого не отпустят, поэтому до 11 они там точно все будут. Так что мы к 11 часам поедем за ней. Им еще 2 часа. 2 часа им там еще веселиться. По-моему, у них там будет казино. У них какая-то казино-вечеринка, да. Так, вход только в платье. Нет. Вход только в платье. А если у тебя будет костюм какой-нибудь, брючки, штанишки? Никто со мной не захочет танцевать, если у меня будут брюки. Ты думаешь, что мальчик хочет танцевать с девочкой, которая одета как мальчик? Что ты делаешь? Он по сумкам лазит, проверяет. Может быть, там что-то для него. Да, тебе мы принесли маленькие бананы. Так, ну, в общем,
Здесь у нас овощи, фрукты. А можно кошкам бананы? Я взяла ананас. Ну, это все видели. Так, в этот раз взяла что новенькое? Взяла спаржу. Давно не покупала спаржу. Вот эту вот штуку забыла, как она называется. Мороженое. Мороженое? Дульсе де лече. Нужно убирать скорее. Так, ну и там йогурты, шмогурты, всякое такое. Так, грибочки взяла. Взяла вот такой вот черный хлебушек ржаной. Такой и вот такой. Клубничку взяли, два ящика. Вот она была со скидкой, взяли клубничку. Орешки себе вот такой микс, сухофрукты и орешки взяли. Вот как выглядит телефон Каролины. Вот он упал, и все. И дребезги вот здесь вот. Десятый. Все, его уже, по-моему, его уже не сделаешь, да? Когда вот так вот уже не сделаешь. Вот, видишь, чуть-чуть видно. Да видишь, это вот блокировка. Поехали за Маргошей. Время без 10:11. Нам, в принципе, тут недалеко. В 11 часов у них заканчивается. Все, забрали нашу принцессу. Натанцевалась? Mm. Устала, говорит, на каблуках. Завтра школа. Во сколько? 8 часов? 8:20. Могли бы сделать в пятницу, да? Чтобы нормально потом выспаться, нет? До 11 часов танцевать, потом прийти и спать, и в 7 часов вставать утра. В казино играла. Тебе не понравилось? Ты такая грустная? Нет, уставшая? Спать хочет. Там другой спал на диване. Да? Возле нас. Приехали! На лифте поедешь или пешком? На лифте устала. Один этаж подняться, на лифте поедем. Take a sound. Пойдем, 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 пойдем. Все, пойдем. Да. Не наступили. Тихонечко только. Все спят уже. Ольга не спит только. Вот, смотри. Колечко. Да, колечко забыла. Ну все, один раз платьюшко надела, теперь в шкаф убрать его. До 9 класса. В 9 классе будет выпускной у них. Если ты не сильно вырастешь, то можешь еще раз надеть это платье. А так оно перейдет Каролине дальше по наследству. Когда маленькая будет. Да? Ты Маргошу ждала, да? Ждала Маргошу, не спала.